Здравствуйте. Многие начинающие виноградари, и не только начинающие, часто задумываются над вопросом, как можно избавиться от нашествия мышей. Мыши, естественно, ищут теплый приют, где можно им приютиться в зиму, и чем можно было бы еще поживиться. Как не может служить лучшим убежищем для мышей шатер, под которым мы ложим виноградные лозы, которым они в дальнейшем будут питаться. Но чтобы избежать нашествия мышей и чтобы они не повредили виноградные кусты, укрытие винограда под шатер производим не раньше, когда установится минусовая температура. Потому что мыши до этого времени уже найдут себе место для зимовки. Отвлекающим запахом от мышей будет служить хвоя. Она будет давать запах хвои, и мыши не будут на это идти. По виноградной лозе или по хвои мы посыпаем еще золой. Зола, она тоже отвлекает мышей, потому что они слышат запах горелого. Они сюда уже не пойдут. Ни в коем случае не надо ложить никаких приманок, потому что приманка заложен такой вкусовый запах, которым будут пользоваться мыши, и они непременно посетят это место. Приманок никаких не ложим, ловушек тоже никаких не ставим, где смазываем растительным маслом или что-то подобное, где будет ощутимый запах для привлечения мышей, ни в коем разе этого не допускаю. Наоборот, мыши не любят острых ощущений, которые им несъедобны. Это хвоя, зола, лавровый лист, мята и так далее. При запахе любых остро ощутимых материалов мыши туда не пойдут. Можете быть в этом уверены. До этого лозу обязательно обрабатываем железным купоросом, а не медным. Медный купорос, он дает сладость и привлекает тоже мышей. Железный купорос, он выделяет свойства как бы железа, и запах этот не нравится мышам. Вот такой простой и легкий способ, как избавиться от мышей, поможет для начинающих виноградарей избежать нашествия мышей при укрытии шатром. При укрытии землей, конечно, этого не бывает. Но землей укрывать виноградные кусты – это трудоемкий процесс, и не каждый сможет это проделать. Надеюсь, что это видео будет полезным для начинающих виноградарей и не только. Кто желает получать известие о добавленных мною новых интересных и полезных видео, то подписываемся на мой канал. Всем желаю удачи по защите виноградных кустов от мышей. До свидания.